Начали год с поражением. Хоккейный клуб «Челны» провел 2 встречи из 4 с курганским юниором. Первую игру команд назвали американскими горками. Одни забивали, другие догоняли. Победа досталась гостям. 5-7 в пользу юниора. Но повторить успех команда не смогла. Накануне выиграли желто-синие и пополнили свою копилку 2 очками. Но пока это не сказалось на турнирной таблице. Подопечные Айдара Мусакаева занимают 5-е место. Полторы минуты потребовалось челнинскому нападающему Айдару Хананову, чтобы открыть счет на табло. У гостей появилась возможность отыграться. Желто-синие получили 2 удаления. Но юниор не смог прорвать оборону хозяев. Удалось это лишь за 10 минут до перерыва. А через 2 минуты щит курганцев был вновь проломлен. Константин Демчев вывел команду вперед, а затем Егор Вернигор забросил свою первую шайбу в составе желто-синих. На перерыв ушли со счетом 3-1 в пользу клуба «Челны». Мы были настроены, постоянно друг друга поддерживали, летели в атаку, в обороне все вместе оборонялись. Я думаю, игра получилась хорошей. К этим встречам курганцы подготовились основательно. В юниор из-за Уралия спустили лучшего игрока по плюсам-минусам Адели Галиуллина. Не исключено, что фарм-команду усилит еще больше. За Уралия рискует не попасть в серию плей-офф в своей лиге. Изменения произошли и в составе клуба «Челны». Из Тамбова приехали защитник и нападающий. Третьим вратарем стал Антон Бородкин. Кстати, игровой практики у него не было почти год, но на льду дебютант сезона смотрелся уверенно. Не, конечно же, я испытывал положительные эмоции, так как давно не играл, давно не был игровой практики. И вот, ну, вышел без всякого волнения, потому что как бы опыт уже есть. Вторая 20-минутка оказалась безрезультативной для обеих команд, а в заключительном отрезке соперники ринулись атаковать. Первым вновь отличился хоккейный клуб «Челны». Юниору удалось пробить ворота хозяев через 2 минуты. Но за 17 секунд до сирены Айдар Хананов оформил дубль. Счет 5-2 в пользу подопечных Айдара Мусакаева. Молодцы, сыграли как надо. Выполнили все задачи, которые перед нами ставились. Старались играть строго в обороне. Ну и реализовывать свой момент. Сегодня у хоккейного клуба «Челны» тренировки, а завтра и послезавтра желто-синие скрестят клюшки с курганским юниором. Начало игр в 18:30. Эльмира Гайнудинова, Тагир Бекметов, «Челны-24».